Опять весна. Опять дарит надежду. А я нахожусь под этим деревом. Ну, может, кто-то вспомнит это видео. Какое там. Вот у меня начало пути. Птицы расперлись, погода хорошая. Иду для души, чтобы подохнуть. Как поют красиво. Привет, бурундучок. А твой братик, он убежал уже. Ну, сейчас чем-нибудь покормлю. Есть у меня что-то. Проснулись. Природа просыпается. Весна идет, весне дорогу. Чирикают всякие птички. Синичек много. Радуется. Ну такая середина весны и середина осени такое. Серая пора. Но весной она пора, которая просыпается. А осенью наоборот ложится спать. Вот я сейчас все ближе к тайге. С моего последнего такого маленького похода. Снег сошел, снега мало осталось. Ну вот, на северных сторонах в основном. Больше на северных, на тенистых. Птицы поют серенады всякие. Весне, да здравствует весна. В тайге, наверное, я надеюсь, тоже снега не так уж много. Уже кондыки начинают сходить. Так, сейчас я распускаются. Я кондыки их называю, но называют, наверное, их еще по-разному. А может, я ошибаюсь? Нет, кондыки это желтые, да? Или, ай, не важно. Главное, красиво, хорошо все. Ну, сейчас до тайги дойду, там уже видно будет. Хочется отдохнуть там. В тайге. Здесь идешь, там лес пилят, где-то с дороги съехали. Пилили лес. От людей подальше уйти. Сейчас же охоты же нету никакой. Людей там, такие как я, ходят. А это редкость. Я отдохну маленько. Под сосной. Ой, под сосенкой отдохну. Ну так вообще, в принципе, все хорошо. Уже, наверное, через недельку, уже через две точно снега практически не будет, даже в тайге. К тайге я все ближе. Мне там перейти реку и тайга. Тут ручейки. Это то есть, так, солнце на востоке. Вот это южная получается сторона. Подождите, время 10. Ну где-то примерно вот эта южная сторона, вот эта северная. И тут еще вот уже ручейки бегут. А тут еще снега. Еще не тайга. Тайге-то там еще поменьше. Пространство, деревьев побольше. Тут целый этот. Ну и зимний пейзаж. Зима.
Еще зима. Ну-ка, глубина снега-то достаточно. Ничего себе. Да, зимой тут было. Не, дальше я не залезу. Ну во, снег, снег. Вот так. Еще долго будет сходить. Если здесь глубина вон какая. Намет был. Наметало, наметало. Ну, стоги такая. До июня лежит. Ну все, я путь дальше держу. Все ближе. Там уже тайгу покажу через реку. Мышь разлился. Глубокий. Прям по кустам. Еще, наверное, целое хранилище. Сброс. Ну, сейчас и будет сброс. Я вот что думаю. Конкретный сброс не начался воды. Я сейчас перейду на ту сторону. А если начнется там мост дальше, если начнется сброс, весь этот мост, все это пространство топится, я не перейду обратно. Я могу остаться здесь. Но, наверное, рано еще для сброса-то. Должно нормально быть. О, все, все ближе в тайгу захожу сейчас уже скоро. Ну вот я углубляюсь потихоньку в тайгу. Посидел маленько, поулыбался, хорошо. Она сейчас каждую неделю будет меняться, тайга. Снега, конечно, поет красиво, испугал ее, наверное. А, нет. Замолчала, не слышали птичку. Какая-то запищала другая. Снега я ожидал, что меньше будет. А его что-то очень много. Даже чересчур. Так, а это запасы, может. О. А, это калина. Калина это и рябина, что-то кушали эти зимой птички. Был у них тут слет. Снега больше. Ой. Я надеюсь, сейчас гриву перейду, углублюсь подальше. И уже будет поменьше снега. Ну, снег все равно такой уплотнился весь. Не так сильно провалится, и не так много его. Вот я севернее ухожу, а здесь, вот здесь больше его. Надо вот сюда, южнее. Сейчас я там обойду.
А, вот опять глухарь. Это уже в тайге, это не так уже. Это уже от города, тут 15 километров. Еще раз вам покажу. Вот они, глухаринные. Значит, развелся. Значит, ему комфортно стало. Так, как мне тут пройти-то? Ну, пока я шел, таких этих следов крупных. А, вон они везде здесь. Ток у них здесь бывает. Крупных животных следов-то я не видел. Лося, например, или хомячка этого. Он проснулся тоже. Ну, вот так я иду. Отдыхаю потихоньку. Дойти мне до куда я хотел. Там уже ночевочку, сегодня ночевочку рано. Ну и все, можно прям просто. Погода замечательная, солнечная. И можно расслабиться. В прошлом видео-то я начал говорить. Тайга красавица проснулась. Сейчас еще больше просыпается. Так, девушка. Это макияж ложит, там ресницы поправляет, чего сейчас она также листиками, вот это все. Через месяц ее будет не узнать, уже все цветущее, пахнущее. Ну все, отвлекаться не буду, там по дороге посмотрим. Ну вот вроде вот здесь более-менее растаявшее. Мне выше кажется, за склоном будет там уже хорошо. Все. Пошел дальше. Ну вот первый след большого животного. Хорошо хоть не того, кого не хотелось бы встретить. О, лось тут вышагивал лосиным шагом своим. Это вот это у него и передние, и задние. Ну вот по сравнению с моей ногой, ничего себе, да, копыта. Свежий след. Пошел куда-то лось. Пока человеческих следов тут и нету, и не входящих, значит, людей здесь нету. Сделали бы весной охоту бы, люди бы ходили, а так здесь что делать? Ну хорошо, нет следов, которых бы я не хотел встретить, этих хомячков. Но здесь вроде так маленько растаявшее все, хорошо. А там я замучился лезть в конце уже чуть не по пояс, как будто я оказался вот на это 5 апреля, когда я ходил в то время, как будто такой же вот чуть-чуть проталин, а в основном снег почти по пояс. Северная сторона прям сильная, а это вот эта южная уже сторона, вот здесь получше, но все равно снега достаточно. Ошибся я. Тут, наверное, ходили. Может, недели две назад. Вот патрон. Вот зачем они их так ставили? Вот патрон. Сейчас посмотрим. Где резкость? Нет резкости. Или неужели от выстрела так падает? Не знаю. Спустился лог. Хотел, там планы были пройти еще дальше. Перейти вот эту гриву наверх. Ну а тут как машина времени. То есть зима сплошная. Снег. Ну так шел, смотрел по проталину, где муравьи ползают, муравьиные кучи не разрыты. И ведь бы все равно, я думаю, вышел бы из берлоги, бы захотел бы полакомиться. Че, накушать-то больше и нечего. Вот. Зима сплошняком.
зимний пейзаж. Ну я уж туда не полезу, я по снегу наладился. Это уже ближе к концу апреля. Вот такая погода у нас в Сибири. Вроде в городе уже не осталось и следа. И даже где я шел, по пути показывал я. Не таежная часть, уже вся без этих, без снега почти. А вот это северная часть. А вот она южная часть. Откуда я пришел. Кедр красавчик стоит. Ой, такой молодой, ровный, стройный. Вот таких у нас редко, у нас в основном это корявые. Не то, что корявые. Ладно. Вон я пришел, вон видно проталины. Более-менее тут уже снега нету там. Южная сторона прям вся. Ну а здесь это... Тут бобер свою запруду будет восстанавливать. Уже нарезал, видно, ветки. Нагрыз какие-то палки. Видит, у него здесь готовится к лету восстанавливать. Вот речка вся. Да, не пойду я, наверное, дальше. Останусь я здесь, на этой стороне, и пойду по ней вот в ту сторону. Вот туда пойду. Сколько я пройду, я не знаю. Пройду и буду ночевку уже организовывать. Время-то уже обед. Еще маленький. Наверное, хватит уже лазить-то по тайге. Я-то думал, было бы хорошо, не было бы снега, было бы хорошо. Такой снег, вот мои планы опять сорвались маленько, куда я хотел идти. Я думал, будет меньше снега. А снега, оказывается, больше. Что-то я иду. Этот проталины уходит вправо. Я маленько, получается, повернул, и река вклинивается в этот снег. Хотя нету так, видно проталины. Это я отрезок попал. Но я так думаю, я к чему? Я думаю, что все, хорош уже идти. По снегу все равно как-то проблематично. Тут сухостоя, ой, вообще прям море. Все сухостоя. Так, а мне еще надо, кроме сухостоя, березку. Вот одна, вон вторая. Березка есть. Так, а вот. И мне нужно сухое место. Я не хочу снег разгребать. Все. Я думаю, смысла нет дальше идти. Сушин много. Хорошее место, по-моему, оно поблизости здесь единственное сухое. Разбилась как речка. Но она здесь условно сухое. Блин, или пойти еще посмотреть. Там дальше еще снега больше. Ну, сейчас буду смотреть, может здесь прям вода на почве. Здесь мне костер жечь. Туда здесь придется. На почву я не лягу. Придется тогда полог делать. Сушины позволяют. Сделаю полочек. И костер. Тогда как-то так буду выкручиваться. А дальше там опять снег. Много снега. Ну, буду начинать потихоньку сейчас придумывать, где, что здесь. Распределю. Вот. Место такое, в принципе, хорошее, мне нравится. Шумно тут возле воды. Может, подальше отойду. Про березку-то я что говорил? Березка, березка. Я сколько соберу? Вот сейчас пока. Вечеру, ночь.
буду ходить проверять. Ну, все знают, да? Там капает. Ой, испортил маленько. Вот сейчас наберу сока березового. Еще поставлю бутылочку домой и по дороге буду пить. Время позволяет мне не торопиться. Но я не тороплюсь. Я сейчас костерчик ленивый сделаю, как мой напарник один говорит. Я всегда так делаю. Костерчик запалишь перед тем, как основную сушину валить, все. А потом уже потихоньку, сразу приятнее становится. А я сейчас сначала полочек сделаю. Хотел он там место-то выбрал по суше, без воды. А муравьи, они такие хитрые. Заняли все. Все заняли эти, вот эти проталины. Муравейники понастроили. И ничего не сделаешь. И прямо возле муравейника ночевать, я уже раз ночевал, я знаю, что такое. Поэтому я сделал здесь единственный сухой пятачочек небольшой. На нем я костер сделаю. Потом сушинками что-то маленькое будет подсыхать. Ну а здесь полок придется, мне без полка некуда деваться. А ходить я вот там пошел дальше. Сушин нету за это. Вроде сухое место, а сушины далеко через снег тащить. Неохота. Хочется-то, чтобы попроще было. Вот так. Сейчас костер попробуем. Такой ветерок начался, мне не нравится. Что-то будет, наверное. Погода как бы, ну вроде, может портится. Может дождик будет. Ну а мне так что? Не страшно это, что дождь так дождь. Потихоньку так помаленьку быт обустрою потом уже. А, я пилу взял, цепную эту. Задавали у меня вопрос. Я попробую объяснить, почему я ее не стал, не беру. На всякий случай я ее взял. Показать только, объяснить. Посмотрим. Ну это лично мое будет мнение. Ну все. Помаленьку началось уже. Оживать такое. Очеловечиваться вокруг. Запах костра и все. Ну вот сейчас я буду валить сушинки. Вот она, одна сушиночка. Вот она, вторая сушиночка. Может, нет, все-таки две свалю на всякий случай. Они потому что трухлявенькие. Как бы это ни пихта была, пихта быстро прогорит. А я вот что сейчас хочу показать. Ночь теплая, ничего страшного. Вот. Парни мне писали, ребята, в комментариях. Насчет пилы. Вот цепная пила, да? Почему я не взял, почему я не беру? Она выглядит, ну, все знают как. Я брал ее один раз. По-моему, первый раз с сыном ходил я. Как ее здесь? Она уже даже приржавела. Почему я ее не беру? Вот я ее раз взял. Я просто, ну, все понимают, наверное.
все, наверное, поймут. Все видели. Кому-то она нравится, кому-то нет. В моем случае нет. Почему? У нас на почве, если что-то лежит, это все трухлявое. Переночевать не получится. Вот сушинка, да? Мне надо ее завалить. Я начинаю этой пилой работать. Ну что, видите, она подклинивает. Ладно, я сейчас потом, что можно опровергнуть, я лежачую потом ее куда завалю, покажу, что она также подклинивает. Может, такая досталась пила, я не знаю. Вроде нормальная на вид. Может, сильно вот делаю, обнимаю дерево. Может, надо вот так разводить больше. Все равно подклинивает. Вопрос в чем? Я пилю, сушина падает на меня. По-другому она никак не упадет. Если стоять толкать, а лежачий, ну она упадет. Сейчас я уроню ее. Сейчас я уже своей ножовкой. Делаю зарубку, ну куда это направление, и отпилю, и пусть она падает. А потом, когда упадет, я уже попробую еще раз показать вам, как это все делается. Я не знаю. Не мое это. В данном случае сушину не сваришь. Вес у нее, кстати, как у меня, вот у ножовки моей. Вот у этой. Для чего ее брать? Она неудобна. Я сделал зарубку, чтобы она наклонена сюда, а я сделал зарубку, чтобы она маленько крутанулась и упала куда мне надо. Так что я валю, попробуем еще раз. Но доказать я хочу, что она, ладно, пусть будет, лично для меня она не нужна. Так, брать куда-то шашлык, она, да, в карман ее положил, не надо сворачивать, как ту же эту. Я брал лучковую, ее даже легче свернуть, положил в карман. Куда-то вот так. Ну а на ночевке я ее, как понимаете, вроде, надеюсь, все нормально объяснил. Ночевка у меня будет возле плотины бобровой. Сейчас ее будет бобры, наверное, восстанавливать. Там он. Плохо видно. Бобровая хатка посреди этого водоема. Получается, это речка. Небольшая речушка, ее запрудили. И получилось такие водопадики. Под шум бобровой плотины буду отдыхать. Бурлит потоками. Вода бежит. Снег тает. Все равно ходит по низу вода, и такие мутные потоки получаются. Вот я продолжу показывать, не убеждать ничего, а просто свою точку мнения. Лежачая прям, вот я его свалил, разведенные, может, много, что, а немного, это сами звенья шире, не знаю,
Вот такой геморрой. Ну, сантиметров 20 это точно диаметр есть. Не. Топором и то легче. Ну, каждому свое, я не спорю. Ну вот, я четверть отпилил, остальное я отрубил. Без обид, вот так я показал. Топором мне даже сподручней, чем ножовкой. Надеюсь, объяснил понятно. Вот солнышко уже садится, все ближе к закату. Но у меня тут все идет своим чередом. Я пока так, костерок, он бревно подложил. Подержал костерчик. Пока еще надо перетаскать. Натянул вот эту австрийскую палатку, которую много раз я упоминал, и видели вы. Ну и сделал такой же, вот такой полог. И все из сухостоя, не повредил ни одну эту. Это я сейчас постелю такой типа целлофан армированный. Тоже продается Мудесверовский, но никакой. Мне на халяву достался. Вот я его постелю, чтобы таких провалов не было. И сверху лапника елового, пихтового. То есть я сейчас сниму, покажу как. Не стал я натягивать вторую половинку палатки, чтобы делать, чтобы был навес. Потому что думал, это... Может, не будет дождя. Но если что, я там сделаю это. Не так уж и долго. Будет так навес. Как я вот с родителями то видео увидел, так с навесом. Ну вот такая у меня вот ерунда. Почему полог-то? Я вот зимой в ноябре, когда ходил, то смотрел я на земле. Минус 5 хотя было, но на земле спал. Поленился сделать. Вот это все равно много времени отнимает. А тогда было уже. Здесь у меня сейчас время много было. Что хочешь, то делай. Вот вода, вот поэтому я и сделал такой полог. Вода вот здесь был сухой пятачок, я на нем костер, сейчас костер подальше отодвину, но я буду здесь его уже как надо ложить. Вот вода, потому что снегу некуда, он стекает сюда в водичку, в речку. А вон там далеко сильно это, нету сушин, сушины через снег таскать неохота, сильно далеко. Ну вот так, а за пруды вот это беснуется, вода вообще мутная, прям видно пошла, еще больше стало воды, видать где-то снег или больше приток пошел. Вот. Я что-то не тороплюсь, ничего, надо торопиться, еще наверное часа полтора и уже начнется темно. Еще кушать, готовить. Ну вот сейчас я лапника нарву, постелю как надо, сделаю и уже покажу в готовом виде, как у меня будет ночевка. И опять надоем вам плотиной. Воды стало больше, хатку бобра там уже не видно. Вот это все было, в смысле, нормально было. Вода уже подбирается, вон, я не знаю. Вон то бревно уже вдалеке там, она его уже задевает. Тут-то было все. Я-то про что?
Про что я хочу сказать-то? Вот моя стоянка, да, ночевка. Уровень поднялся сантиметров на 20 за каких-то 3 часа, пока я готовил. Я боюсь, меня тут не затопит. Надеюсь, что не затопит меня с утру. Что-то хватит, что-то я не подумал об этом, что вода может так прибивать. Ну вот так сделал, уже все, уже переделывать не буду бегать. Ну вот, готово. Перина пихтовая. Вот он этот целлофан армированный. Ну и все, и прям можно садиться, ложиться. Ну я уже полежал, отдохнул. Эти пихточку я, чтобы не повредить ее сильно, я веточки нижние ломаю, верхние не ломаю, нижние, которые ближе к земле, там два ряда, ломаешь на краешке, не все прям, а краешек. Ну так, и вот постелил, вообще прям замечательная кроватка. Еще у меня коврик этот бунисельский раскладной, который вместо спинки в рюкзаке, ну так идет в комплекте. Ну вот, вот такая у меня кроватка. Ну, а солнце уже садится все ниже и ниже. Все, надо дрова доготавливать, готовить, кушать. И завтра я, наверное, часов до 12 еще посижу. Не буду торопиться домой. Полюбуюсь, если меня не затопит.
Ну все, сейчас я готовлю кушать. У меня такое блюдо. Как обычно. Что-то я полюбил это макароны с тушенкой. Начали мне нравиться. Так. А тушенка у меня сегодня. Так. О, какая. Тушенка у меня. Во! Армия России. Еринский. Тут ГОСТ и все, и все дела. Короче, одно мясо тут вообще. Ни жира, ничего. Ни приправы. Я вам скажу, если что. Что это за тушняк? Потом обязательно расскажу. Эх, блин, не видно ничего. Побёр гости приплыл. Это у него хатка, то ли она заброшенная была. Во-во-во-во-во. Полез на берег. Может, на компьютере будет видно? Блин. То он вылезет на берег, то башка вот здесь кружится вокруг. Не видно будет, а. Но у меня тут ночь наступает. Уже все. Люблю такой вот. Когда вот луна, звезды. Когда пасмурно не так. Ночь в тайге — это что-то. Это в любую погоду, это что-то. Это вот, я не знаю, вот жалко, не каждый может меня понять. Вообще обожаю. Вот это красота такая, прям вот. Тайга так красиво, а ночью это вообще прям. Это неестественно красиво. Ну, у меня вот сейчас готово все, я сейчас кушаю. Ого, ну как же сделать-то, что видно-то было? А, ничего не сделаешь. Ну ладно. Может, завтра днем, утром приплывет, будет когда же рассвет. Может быть, посмотрю, попробую снять. Итак, меня вот человек попросил. Люди попросили поснимать свой быт. Так что я вот объясняю, почему я снимаю это все. Ну, каждому что-то интересно, вот стараюсь всем угодить. И мне самому интересно рассказать. Ну вот, все сварилось, все готово. Так, тушенка вот с лапшой. Можно было по-флотски сделать. Ну, это фарш с собой брать, жарить, заморачиваться неохота. Хотя это очень быстро бы делалось. Фарш я сухой бы, готовый почти. Ну вот. Короче, насчет тушенки, что я хотел сказать. Как обещал, тушенка, вот какая надо, я хотел сказать, вот З или Г. Ну я так скажу, она Н, нормальная. Но ближе к З. Жира не так много, вкусная такая. Субстанция нормальная. Ну, короче, тушенку нормальную взял. Ну, вдруг я просто так кому-то интересно раз показал. Теперь обещал. Вот, рассказал. Ну все, давайте я буду кушать спокойно. А потом ляжу и буду любоваться ночным пейзажем. Бобер меня тут шугает. Я стараюсь не шуметь, дров не подбрасывать, чтобы он не пугался. Пусть работает. У него ночная смена, пусть работает. Вот ночь. Уже вовсю. И перекрывает полностью облако. Облака идут. Вокруг пирамидальные вершины елей, пихт. В общем, все красиво так. Сказочно. Вот бы нам не нужно было. Вон звезда. Нам бы не нужно было, конечно, чтобы пасмурно. Но надеюсь, будет хорошо.
не будет так пасмурно. Вот утро уже. Вот это хатка бобра. Вот сколько мог приблизить. Уровень воды спал при помощи этого работяги. Прям значительно. Она и шуметь меньше стала, вода. Вон видно все завалы там какие-то. Короче, он фыркал. А, ну вот это траву. Траву видно тут. В запруде в этой. Он всю ночь фыркал. Но не понравилось ему мое гостеприимство. Что это, гость в виде меня. Что я тут в гости пришел к нему. Фыркал, но он где-то же вот здесь разбирал. Прямо вот рядом, ну, завал. Я сижу на... за костром. Он вылазит. Вот уже когда светло стало, часа 4, я проснулся. Вот, уже знаете, что я постоянно говорю. Приближение, что у меня слабое на фотоаппарате. Кто давно смотрит, знает. Ну, не видно мне, надо из костра выйти. Я из костра выхожу. Он раз, нырк и убегает. Я вот на этом бревнышке сидел. Нету его. Что ли у него перископ там? Только я сяду туда за костер, он опять раз вылезет. Да что такое? Вот сейчас я сидел целый час, не двигался. Бревнышко у меня последнее, как раз ровно хватило. Плотненькое оказалось. Не какая там трухлявенькая, думал. Ну вот. Не заснял я его. Ну я еще посмотрю, сейчас буду кушать. Потом еще ляжу поспать. Мне сейчас до 10. А потом костер не нужен будет. Тепло, наверное. Вообще-то тучки. Не тучки, а как затянутое небо такое. Плотное. Ну посмотрю, может сниму. У него, видать... Вот у него две беды. Вот когда плотина разрушена и хатка обнажается очень сильно. И когда воды много. То есть уровень воды там сообщающийся сосуд. И то есть ему там жить негде, уже не подводный жить. Ему воздух нужен. Вот. Вот в этом случае воды стало много. Вчера видели. Я снимал как мог. И вот он полез вот эти завалы разгребать. Ну, разгреб за ночь. Видать, где-то еще там дальше запрутка запрудила. Уровень воды поднялся. Ну, вот такие у меня утренние новости. На улице дождик. А я лежу в палатке. Вот мне нравится, почему это... Нашел то, что я искал. Но еще не модифицированное, потом покажу. Пошел дождь. Он что-то сильнее. Первый гром даже был в этом году, этой весной. Но я не стал делать. Можно также было прицепить и сделать козырек. Ну, просто поднял. Но я не стал делать. Я вообще закрылся полностью. Там костер тлеет. Бревно лежит, там чуть-чуть тлеет. Не хватит. Время 8 часов. Я в 12 собрался выходить, так что я могу сейчас спокойно лечь. Здесь не дует, вроде так тепло, костра не надо. Дождь еще потеплее стало. Так что я как угадал, так угадал, что это... Тучи затянулось, и этот... Луна была в ту же... Как она? Аура, или как сказать? Короче, вот такая, такие дела. Так что придется, может, при дожде идти, я не знаю. Но уже не важно, это не сюда идти. Сюда при дожде было не очень хорошо идти. Ну вот, лежу я. Так, сейчас я отвернусь, укроюсь. И вот все. Вот в чем этот плюс моей палатки. В этой. Мне нравится. Ладно. Отдыхаю, батарея что-то начала разряжаться. Надо было вторую опять брать. Не взял опять. Ну, что будет, то будет.
Вот меня тайга встретила. Хорошо. А провожать? Провожать она будет меня пасмурным днем. Вот такой у нас за бортом погода. Дождик. Пасмурно. Ну это я в палатке. Вот. Вот так выглядит палатка. Вот такая погода у нас. Ну, буду собираться как-то и идти. В палатке соберусь, а палатку в последнюю очередь, наверное. Хорошо, что полог сделал вообще прям. Надо теперь всегда буду делать полог. Раньше лень было. Удаем бы, конечно. Ну все, начинаю готовиться, собираться к дому. Вон как сиротливо выглядит палатка. Какая вчера погода была, какая сейчас. Ну то, что сиротливо, а в смысле. Это там дым от костра. Красиво так, такой пейзаж сразу красивый. Ну все, сейчас подогреется котелок с водой, я помою его и буду собираться начинать. Ну или можешь подождать, я не знаю, дождик нет, пройдет. Ну вот у меня палатка, я даже ничего не делал, ну в смысле конкретно там не расклинивал, ну и все. Там лежал. Вот мне что нравится. Это потом поднимается. Делается козырек. Либо у меня еще фишка есть, я потом сделаю, чтобы боковые стенки были вот отсюда. Ну, то есть, будет подниматься также все, но потом увидите. Ну, еще минус я заметил от дождя. Это вот здесь эти для этих пуговичек. Это плохо, они придумали. Протекает по этим щелям, где пуговички. Вот есть такие же, только с этими склепками, они лучше. Так что придется делать такой накидку сверху еще. Хочешь оденешь, хочешь нет. Когда дождя нет, можно надевать. Ну, в принципе, вот, вот такие дела у меня. Вот вам показал полностью в этой серии свой таежный быт. Ну вот и все. Отдохнул хорошо я в тайге. Дождь прошел. 3 часа дождь шел. Вот на 2 минуты прервется. На 5 минут самый большой. Кажется, все. Нет, собираться не надо. А я сижу, сделал вторую половинку палки, поднял, как козырек сделал. Ну, как я говорил уже. И все. Сижу, чай пью, чай согрел. Смотрю, муравей этот ползет. Я к муравейнику вон туда. Вон у меня эти соседи. Смотрю, у них входы открыты. Значит, дождь закончился конкретно. Раз ходы открыли, ну все, я начал собираться. Не стал ждать, когда начнется. Ну все, постепенно распогодилось. Так, ну вот все, что осталось у меня. Полог мой. Я полиэтилен вытащил, а я как накладываю веточки? Сначала ложу ряд просто, а потом затыкаю под другие. Получается как бы переплетение. А потом лежишь, когда она утрамбовывается, получается прям как сплошным ковром. Плетением просто дернул, выдернул, а эти остались. Костер затушил, хотя здесь гореть нечему. Но чтоб не было привычки, всегда тушу. Стараюсь всегда тушить. Ну вот, как видели вы, можно оставаться ночевать даже вот на таком мокром месте. Вода, да, везде. Вон она здесь до сих пор еще от дождя. Вот я маленько начал на сухом пятачке, потом больше костер делал, потом уже положил бревна. Потом вода дренировала, где-то испарилась.
Ну вот, вот так. Здесь у меня осталась мешалочка моя. Кто-то мешал, я лапшу сделал. Как обычно, у меня палка, ковырялка. С этой стороны она острая, а с этой стороны она, плохо видно, рогатулька. Это я с костром вожусь. Чтобы можно было рогатулькой, например, раз, перевернул там эту деревяшку, острием прогорелую, с черную проткнул, можно положить. Ну вот, инструмент мой. Вот таган. Он указывает, куда я пойду, в ту сторону. Ну, сейчас я так делаю. Может, никто не понимает уже, не осталось тех людей. Меня отец научил, когда он там ходил, охотился, так было раньше, в другом месте. Я так и делаю до сих пор. Присел на дорожку, спасибо этому месту. Мурашам спасибо, я им за то, что они показали, что дождь закончился. Я им этот хлебушком покрошил, птичком, как обычно, хлебушка. Ну и бундучкам. Я что-то увидел, что они едят. Печенюшки они любят, я вот заметил. Печенюшки им положил. Ну вот. Бобру там хлебушек. Спасибо ему. Бобровое место назову. Весело было с ним. Вон его хатка. Туман такой клочками. Вроде ничего не забыл, ничего не оставил. Сока березового набрал. Березку залечил, замазал. Так, посмотрим. Ну, вроде ничего. Вроде все. Ну, место бобровое называю. Счастливо, спасибо. Пошел я потихоньку. Неохота, конечно. Ну вот солнышко маленько выглянуло. Хорошо стало. Но все равно клочками вот так туман. Так, точно ничего не забыл. Все. И все. Вот мое место осталось. Позади. Оно же как человечина уже здесь. Рубил тут это. Ну все, здесь буду стараться сейчас следами своими идти, чтобы по снегу сильно не шлепать. Ну вот так я более подробно показал мои ночевки. Как я хожу. Ну вот сейчас я еще дойду до выхода из тайги. Там сниму. И объясню, что я хотел спросить. Хотел. Ну, в общем, такие дела. Идешь так и попадаешь вот в такие ловушки тумана. А он тут вместе с тобой следом и уходит. Дебри какие. Красиво вообще. Вон какой муравейник. Вон все ходы открыты. Это значит нормально все. Вот он. Туман. Вот она, красавица. Тайга, северный склон. Смотрит лицом на север склон. От меня там юг, а он смотрит на меня. За мной север. Поэтому считается северный склон. Так, а это там что? Вот такие какие-то эти. Чернота, где-то проталины. Вот кажется, как будто кто-то есть. Ну все. Иду я. Уже все ближе.
Ну вот и все, я подошел уже к тому месту, откуда я уже пойду по прямой домой, на дорогу. Вон там я был. Вон та грива наверху синеет. В низовьях. Сейчас я покажу пальцем. Вон там в низовье я был. Ну а здесь уже сосновый лес. Здесь дача уже. Ну то есть я подхожу. Срать что-то уже. Ну и все, мне спуститься к лагерю. И все. И я приду вниз. Там по дороге я уже снимать не буду. Хватит, я уже сюда шел, снимал. Ну и все. Путешествие сегодняшнее мое закончено. Ну что я хотел спросить, я говорил. Я вот снимал сегодня много своего быта таежного. Я уже раз вопрос задавал. Сейчас опять хочу к вам обратиться. Вот стоит это делать или нет? Потому что многим нравится, многим не нравится. Я делаю так, чтобы, может, людям поможет. Кому-то для интереса, кому-то поможет. Надо это делать или нет? Лучше хочу спросить. Нужно снимать вот так свой быт? Подробно или как? Ну вот я уже вроде снял, больше снимать там. Но есть какие-то нюансы. Ну, в общем-то, больше ничего не хотел. Вот тут сможет кто-то ответить. Вот такой у меня вопрос. Нужно, нет? Потом я посмотрю. Опять как голосование. Буду снимать тогда одни пейзажи. Разговаривать. Ну, посмотрим, как проголосовать. Все. Солнышко радует опять. Я дома. Всего хорошего.